обманным предлогом он привез Чиркова в лесной массив, где, собственно, он нанес несколько ножевых ранений в грудную клетку Чиркова, после чего волоком с дороги, с проселочной, получается, с лесной, уволок тело в канал, где забросал ветками и бревнами. В это время сам поехал, вернулся домой, взял лопату, чтобы выкопать яму и закопать тело Чиркова. По возвращении он обнаружил, что Чирков еще жив и уже выполз из канала и движется по направлению к дороге ползком. После этого Абалин вернулся в машину, взял отвертку, подошел к Чиркову и нанес несколько ударов в висок отверткой, острием отвертки. Вот. Собственно, от всего комплекса повреждений Чирков у нас скончался. В это же время Абалин вернулся к машине, взял лопату и выкопал прямо на дороге яму, вот, куда в дальнейшем волком отнес тело потерпевшего и сбросил ее в канал.